Друзья, всех приветствую на канале ВХС Лаборатория. На улице солнышко, весна. И сегодня хотел бы я с вами поделиться информацией по способам коммутации видеомагнитофонов ко всем типам телевизоров. Начиная от старых ламповых, заканчивая ультрасовременными 8К. Друзья, итак, встречайте профессиональный апскейлер и свитчер от компании Kramer, Израиль. На самом деле это устройство предлагает очень широкий выбор подключения к всевозможным источникам вывода информации, начиная от мониторов через выход VGA, заканчивая подключение к профессиональным телевизорам и панелям, где подключение идет через RGB синхронизацию. Но тем не менее данный вариант также позволяет подключать и по HDMI каналу наши любимые видеомагнитофоны. Наверное, первое, что я хотел бы здесь озвучить, это то, что нам предлагает сейчас рынок, это, наверное, по большей части всевозможные китайские инсталляции, всевозможные сетапы, которые позволяют конвертировать сигнал из аналога в цифру. Но я копнул тему чуть глубже. На рынке сейчас представлено очень много техники профессиональной, из телестудий, где порядок цен на эти устройства, если покупать их в коробке новые, начинается от 200 тысяч рублей и более. И в частности, если мы говорим вот про это устройство, про которое я вам сейчас буду рассказывать, на вторичном рынке я приобрел за 4000 рублей, потому что гаджет такой достаточно специфический, он, скажем так, не востребован массовому сегменту рынка, и, скажем так, уникальная вещь используется именно вот в качестве каких-то устройств для реализации своих хобби в том числе. Поэтому, наверное, давайте сейчас перейдем к более детальному осмотру этого устройства. Я вам покажу лицевую панель, но сейчас вы уже также можете увидеть, что этот сетап позволяет подключить на входе сигнал с VGA, либо компонент, либо композит, а на выходе мы получаем преобразование либо в RGB, либо VGA, либо HDMI. Еще раз повторюсь, данные варианты развития событий этого устройства предполагают всевозможные пути коммутации, но я для себя самым главным критерием искал такое устройство, чтобы на нем был обязательно композитный вход и выход HDMI, чтобы я мог подключать свои видеомагнитофоны по каналу HDMI ко всем современным телевизорам. И данный гаджет позволяет в полном объеме это делать. Сейчас с вами попробуем подключить видеомагнитофон через этот апскейлер к монитору. Сейчас у меня только устройство вывода есть монитор. Данное устройство позволяет сделать эту реализацию, то есть на входе мы получаем подключение видеомагнитофону по композиту, а выход будет осуществляться на монитор через VGA выход. И покажу вам на выходе, какая появляется картинка на самом мониторе. Но в любом случае нужно понимать, что, как уже многие пишут в комментариях, в любом случае идеальный вариант развития событий – это подключение телевизора лампового, обычного, с электронно-лучевой трубкой к нашим любимым видикам. И для себя я, наверное, тоже в большинстве случаев соглашусь с таким вариантом. Друзья, я закончил подключение. Сейчас уже непосредственно можно видеть демонстрацию картинки с видеомагнитофона Panasonic NV-H75 непосредственно на монитор. Подключение сейчас идет через VGA. Картинка охерительная. В любом случае я могу точно с уверенностью сказать, что она лучше, чем формат DVD.
получаем сейчас изображение просто первоклассное. Это, наверное, противовес тем словам, которые я вижу в комментариях. То, что зачем тебе это нужно, выкини, полная шляпа, старье и так далее и тому подобное. Еще раз, мне это интересно, мне импонирует эта техника, мне хочется изучать эти вопросы, мне хочется делиться опытом, обсуждать эту тему. В данном конкретном случае сейчас мы говорим о том, что каким способом можно подключать видеомагнитофоны к современным телевизорам, и в данном конкретном примере подключение идет через VGA к обычному монитору. Возвращаясь к самому устройству, наверное, дам рекомендации, что стоит обратить внимание на модели, у которых есть аналоговый вход, композитный компонент, и у которых есть обязательно выход на HDMI. Вы получаете просто на выходе более универсальное устройство, которое позволит вам подключать его ко всем современным телевизорам в том числе, не говоря уже про телевизоры с электронно-лучевой трубкой. Друзья, в заключение хотел сказать, что стоит обращать внимание сейчас в современных реалиях на профессиональное оборудование, которое можно приобрести на вторичном рынке. Оно, еще раз подчеркну, намного качественнее и лучше, чем то, что предлагает нам китайский рынок, и в частности AliExpress. Устройство более чем по доступной цене. Еще раз повторюсь, если когда-то эти устройства стоили запредельных космических сумм, на самом деле они сейчас стоят дорого, новые, на выходе из коробки. Можете просто погуглить, посмотреть. Еще раз повторюсь, на вторичном рынке они более чем по доступным ценам, и как мне кажется, в любом случае это лучший вариант развития событий, именно иметь профессиональную технику от именитых компаний, нежели на нейм какой-то с AliExpress. В данном конкретном случае речь шла про устройство Kramer, модель VP438 с HDMI выходом на подключение внешних устройств. Для меня это было, еще раз скажу, ключевым, чтобы я имел универсальный гаджет, в том числе для подключения к современным цифровым телевизорам. Это была ВХС-лаборатория. До новых встреч. Дальше больше. Спасибо за просмотр и за ваши комментарии. До новых встреч.